Как в китайской кухне, так и в китайском языке слово «вкус» обладает целой палитрой значений. Кроме непосредственно вкуса и запаха, в китайской культуре понятие «вкус» относится к значениям, выходящим за эти рамки. В Китае вкус понимают не только с помощью носа и рта, но и ощущают и сердцем. Как и во всем мире, слово «сладкое» в Китае ассоциируется с радостью и счастьем. Сладкий – самый первый вкус, который чувствуется на кончике языка человека. Сладкий вкус, как правило, получается в зависимости от содержания сахара в веществах. А для ахуна сахар означает не только что-то сладкое. Сахар для него – это все. Ранним утром в печке разгорается огонь, а хун начинает варить сахар. Тонкий блин с сахарной начинкой, скрученный в форме стебля лука-порея, знаменитые традиционные лакомства города Чаочжоу в провинции Гуандун. Сегодня он решил сделать побольше сахарной начинки, так как завтра наступает праздник зимы. Блинная лавка ахуна находится на улице Су-Джоу-Дзе, древнего городка Дахао. В Дахао сохранились простота быта и неторопливый ритм жизни. В районе Сиашань, что недалеко от Дахао, в лавке Аджи царит оживленная атмосфера. В деревянной катке для приготовления копченой утки древесные угли разгораются. Сколько Аджи помнит себя, он всегда рос в окружении сладковатого копченого аромата, который источает катка у входа. Лавка семьи Аджи сохранила традиционные технологии обработки копченой утки, и этому рецепту уже более 300 лет. Аджи унаследовала секретный рецепт от своего отца. Хонтан, ушангфэн, чу, ян. 这个也是结合我们潮汕而调制的一种酱料，一直都是这样。 Красный сахар – это необработанный тростниковый сахар, поэтому в нем сохранены почти все питательные вещества тростникового сока. В Китае красный сахар считают полезным и питательным, а жители Чаошаня любят вялить мясо с красным сахаром. Засоленые утиные тушки развешивают на внутренней стенке катки. Теперь их надо запекать на огне в течение 40 минут, чтобы соус полностью пропитал утиное мясо. А теперь пора коптить. Для копчения применяют выжимки сахарного тростника. Каждый день на нужды лавки требуется по 40 килограммов тростниковых выжимок. Но отыскать этот ингредиент несложно. У подножья горы, что в 20 километрах от дома Аджи, пышно растут заросли сахарного тростника. На этой плодородной земле достаточно солнца и влажности, благодаря чему район Линнань в Китае, включая Гуандун, Гуанси, Хайнань, а также часть территории провинции Хунань и Дзянси, стали ведущими районами выращивания сахарного тростника. Сладкий вкус тростниковый сахар получает благодаря содержащимся в нем глюкозе и фруктозе посредством фотосинтеза. В дождливый и зимний сезон тростник накапливается хорошим.
Это вещество не только восстанавливает физические силы, но и приносит утешение в пасмурные зимние дни. Разумеется, урожай тростникового сахара дает возможность для приготовления лакомств и других районов страны. Город Уси расположен в 1000 с лишним километрах от городка Дахау. Здесь процветает торговля, жизнь бьет ключом. Хотя в Уси не растет сахарный тростник, но местные жители любят полакомиться сладким. Местные жители считают ребрышки в соевом соусе типичным для города Уси блюдом. Кроме тщательного подбора ингредиентов и особого способа приготовления, это блюдо отличается крепким сладковатым вкусом. Сахар для приготовления знаменитых ребрышек в соевом соусе под маркой Саньфонцяо производится в провинции Гуандун. По традиционному рецепту доля сахара составляет 1/10 от веса ребрышек. Заезжие гурманы поражаются рецептом этого блюда. Благодаря долгому тушению на слабом огне, вкус приправ впитывается в волокна мяса. Ароматные, соленые ребрышки с тонким сладковатым вкусом – это блюдо как нельзя лучше отражает кулинарный характер Уси. Город Уси изобилует рыбой и рисом. Но здесь никогда не выращивали сахарный тростник. И почему усийцы так пристрастились к сладкому? Это вопрос, на который до сих пор даже они сами не знают ответ. По словам Ахуна, главное в сахароварении – нужная температура. Отфильтрованную патоку нужно и дальше держать на огне. Лишь обмакнув палец, Ахун одним лишь пальцем может определить температуру патоки. Теперь сахарный сироп доведен до готовности. Затем его выливают в котел с большим отверстием и слегка вращают. Таким образом, благодаря центробежной силе, патока остывает, из нее выходит лишний воздух. В результате многократного вытягивания желто-коричневый мягкий сахар превращается в белый. Пока сахар еще теплый, его вновь и вновь вытягивают, чтобы в конечном итоге придать патоке форму стебля лука-порея. Сахарные трубочки в виде лука-порея, приготовленные Ахуном, источают приятный запах и хрустят во рту. Повсюду витает сладкий аромат. Из печи вынимают последнюю за день партию копченых уток. Копченые утки продаются на расхват. Покупатели даже просят продать им еще висящих на просушке почти готовых уток. А тем временем подступает зимний праздник. В родовом храме началось театрализованное представление.
Люди с благоговением подносят сладкие дары предкам и молятся о счастье. Ахун надеется, что он сможет и дальше обеспечивать жизнь своей семьи за счет своего мастерства. А молодой Аджи хочет найти партнеров, чтобы расширить бизнес. Хотя у каждого из них свои желания, но ощущение сладости неизменное. Это испытание счастья, а также наилучшие пожелания о будущем. Лакомясь сладким, китайцы, пожалуй, не забывают и о горьком. Ощущение горького связано со вкусовой почкой на корневой части языка. Эти рецепторы скрыты в глубине рта, но они довольно чувствительные. Китайцы любят есть горькие блюда, так как горький вкус таит разнообразные ощущения. Этот вкус содержится не только в самой пище, но и в приправах, в частности, сушеной корки цитрусовых. С поколения прадеда семья Чэнь Байджуна начала заниматься торговлей сушеной коркой цитрусовых. В районе Синьхуэй многие зарабатывают этим себе на жизнь. Во фруктовом саду в октябре повсюду желтеют спелые мандарины. Кругом разносится удивительный аромат. Именно из этих спелых плодов и получается ароматная синьхуэйская цедра. Это только что собранные мандарины. С мандаринов снять только кожуру. Мякоть плодов не используется. Когда сухо и малооблачно, мандариновые корки сушат наизнанку. Сорт и стоимость мандариновых корок зависит от срока хранения. Чем старше цедра, тем она дороже. Китайцы любят тонкий сладковатый привкус горьких мандариновых корок, слегка напоминающий зеленый чай. Только китайцы способны оценить всю изысканность такого вкуса. Мандариновые корки – это прежде всего лекарственное растение, веками применяемое в китайской медицине. Но корку используют и в кулинарии при приготовлении блюд, бульонов и десертов. В Южном Китае от мандариновых корок даже зависит судьба ресторана. Аомэнь – город, где переплетены восточные и западные культуры. Шесть часов вечера. Закупившись, Алунь вернулся в лавку. Он хозяин небольшого ресторана морепродуктов, названного в честь его деда. На протяжении полувека здесь всегда многолюдно. Все это благодаря фирменному блюду, которое здесь подают – утка с цитрусовым привкусом. Рецепт утки с цитрусовым привкусом Алунь унаследовал от своего деда. Процесс приготовления этого блюда сложный. Сначала утиную утку 10 часов маринуют в приправах, а затем слегка поджаривают в масле.
Поджаренную утку нужно снова приправить. Мандариновые корки определяют уникальную вкусовую ноту этого блюда. В емкость с утиной тушкой наливают воду, а затем ее готовят на пару 2 часа. В процессе выпаривания при высокой температуре мандариновые корки полностью растворяются, а ее вкус и аромат полностью пропитывают каждую клетку утиного мяса. Мясо получается хрустящим, мягким и изысканным, обладает насыщенным вкусом. По воспоминаниям Алуня, его родители постоянно были заняты делами в лавке. Детство оставило у него в душе горечь. В окружении апельсинового аромата время пролетело быстро. Сейчас у Алуня стабильная работа и доход. По его словам, если обобщить 50-летний жизненный путь одной фразой, то как нельзя лучше подходит поговорка: «Вслед за горем приходит и радость». «Вслед за горем приходит радость» — это и есть диалектическое познание китайцами Горького. Оно означает веру в преодоление всех преград и трудностей. Китайцы верят, что насыщенная жизнь должна содержать всю палитру вкусов. Но примирить сладкое и горькое может только соленое. Ощущение соленого вкуса зависит от содержания соли. Соль необходима для человеческого организма. Представленная в организме в форме ионов натрия и хлора, соль поддерживает баланс жидкости, а также уравновешивает вкусовые ощущения. Более важной задачей соли в китайской кухне – подчеркнуть присущий вкус и улучшить текстуру пищи. В справочнике по китайской кулинарии соль названа главной по вкусовой палитре. В ясную погоду Лю каждый день трудится на соляных промыслах. Лю живет на восточном побережье провинции Гуандун. Местные жители издавна занимаются здесь выпарением соли. До сих пор они получают соль старинным способом. Выпаривание на солнце морской воды в соляных бассейнах началось в Китае более 400 лет назад. Уже более 5000 лет назад китайцы научились получать поваренную соль выпариванием морской воды. Ведение Лю 17 соляных участков, расположенных в 1 километре от моря. Самое радостное событие для 4-летнего Лю Таотао – поход с отцом на соляные промыслы. Морская вода для выпаривания соли наполняет колодец, который по подземному каналу выходит в море. В
Высушивание морской соли зависит от солнца и потоков воздуха. Влага постепенно испаряется, содержание соли становится насыщенным, начинается процесс кристаллизации. Все это происходит медленно, естественно. Лёв производит грубую, крупнозернистую соль, которую используют в кулинарии на восточном побережье Гуандуна. Е Цяо Дзень – представитель народности Хакка с востока провинции Гуандун. Приготовленная им курица, запеченная на соли Ень Джуй Ди, представляет традиционные местные блюда. Завернутая в фольгу курица томится на огне в горячей морской соли. Крупнозернистая рыхлая морская соль впитывает соки, выделяемые мясом курицы. Это результат нагревания соли. Готовую соленую курицу либо едят руками, отщипывая небольшие кусочки мяса, либо режут. Е Цяо Дзень полагает, что правильно все-таки есть руками. Эта традиция у людей народности Хакка, так можно избежать повреждений волокон куриного мяса. Благодаря соли куриное мясо становится упругим, а свежий вкус, который таится в глубине, полностью раскрывается. Этим деликатесом Китай обязан народности Хакка, а его появление связано с особой историей народности. Тысячу лет назад из-за военных действий и голода предки Хакка начали мигрировать из района Срединной равнины на юг и осели в южных горных районах. В ходе длительного переселения хранить пищу им помогала только соль. Именно поэтому кулинарные предпочтения в значительной степени, связанные с солью, передаются из поколения в поколение, а также рождают разнообразные деликатесы. У Лю и его супруги Сяо Цинь скоро будет второй ребенок. Доходы от соледобычи мизерные, не больше 10 тысяч юаней в год. Чтобы покрыть расходы семьи, Лю также занимается ремонтом электроприборов и рыбной ловлей. Большинство односельчан уехали на заработки в города, но Лю решил остаться в родных краях. Кислый вкус очень удивительный. Кислое ощущается не только во рту, его мы чувствуем и носом.
Ионы водорода, выделяемые кислыми продуктами, возбуждают вкусовые рецепторы во рту. Эти ощущения и есть вкус кислого. Кислый вкус в китайской кухне в большинстве случаев связан с уксусом. В Китае уксус производится из зерновых. Вкус уксуса зависит от сырья и технологии, поэтому в разных местах он значительно отличается друг от друга. Выдержанный уксус провинции Шаньси характеризуется крепким вкусом. Он символизирует удаль северян, а изысканные южане предпочитают совершенно иной уксус. Джэньцзянский уксус отличается прежде всего тонким сладковатым ароматом, используется в качестве соуса к холодным закускам. Когда на стол подают маленькие паровые пирожки с крабовой начинкой, джэньцзянцы предпочитают поливать их ароматным уксусом. Они уверены, что только так паровые пирожки проявляют свой классический вкус. Джэньцзянцы даже представить себе не могут, как готовить заливную свинину, знаменитое блюдо джэньцзянской кухни, без уксуса и имбиря. Для приготовления хорошего уксуса необходимо запастись терпением. В качестве сырья для производства джэньцзянского уксуса используется клейкий рис. После длительного выпаривания замоченного клейкого риса при высокой температуре из него выделяется крахмал. И рис становится вязким, затем массу заливают холодной водой, чтобы гранулы риса ужались. Все это способствует процессу брожения. В рисовую массу добавляют закваску, чтобы у крахмала произошло осахарение и выделился спирт. А ключевым процессом изготовления уксуса является уксусная ферментация. Именно от нее зависит количество и качество уксуса. Через 21 день брожения у будущего уксуса появляется характерный кислый вкус. Затем больше месяца идет этерификация, то есть взаимодействие кислот и спиртов. В этом и заключен секрет приготовления ароматного уксуса. Thank you.